Это что такое? Ой, Лена, я же так устала ходить здесь. Мы уже столько всего прошли, а результата никакого. Лерка, ну если ничего не делать, так мы точно не выберемся. А так у нас хоть есть шанс какой-то найти дорогу и выход. Лена, я не поняла, а где наш котик, которого мы спасали? Ой, точно, он же был у меня на руках. Лерка, я не знаю. Он, наверное, остался там, где мы с тобой присели отдохнуть. Лена, так я рисковала своей жизнью, чтобы спасти кота, а ты его опять потеряла. Лера, не наезжай на меня. Я тоже, между прочим, этого котенка через весь лес несла. Я, между прочим, пришла тебя спасать, и я не виновата, что он просто где-то остался. Мы отсюда никуда не уйдем. Наша цель теперь спасти котенка. Так что пошли в обратную сторону и заберем его. Лерка, Лерка, какая же ты у меня добродушная. Ребята, а кто считает так же и кто так же любит животных, Лерка, по-моему, заслуживает от вас лайкосик. Ну, а мы пошли найдем. Где же я, Маша Растеряша, потеряла этого котенка? Пошли. Так, 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 след ведет сюда. Интересно, а что это такое? О, так, по-моему, это машина Леночки. Значит, я в правильном направлении. Только я совсем-совсем не понимаю, что девчонки делают на заброшенной железной дороге. А, кажись, я знаю. Девчонки просто захотели приключений. Но железная дорога, это ж не игрушка. Вот эти девчонки, видать, заблудились. Ладно, пойду дальше. След буду искать девочек и Лерки в том числе. Так, ну а прежде чем переходить железную дорогу, надо посмотреть направо и налево, не едет ли поезд, а потом тихонечко переходить. Ну, вроде никого нету. Все чисто и спокойно, и звука поездов тоже нету. Можно идти. Ой, а что это еще за странный звук такой я слышу? Не свойственный поездам, поезда тише едут. Так, что-то здесь мой нос теряет след. Ну, естественно, тут так воняет всякими паровозами и этой железной заброшенной дорогой. Интересно, куда могли направиться Лена и Лерка? Ой, а это что еще за чудище? Вроде на паровозик похож, а быстро так проехал. Аж ветер на меня дуть начал. Странный какой-то. Так, пойду в противоположную сторону от того, как поехал поезд. Направимся направо. Я думаю, как раз в этот лес отправились девчонки гулять. Осторожненько, осторожненько по камушкам. О, чую след. Значит, иду в верном направлении. Вот эти девчонки получат у меня за то, что сами пошли гулять, а меня с собой не взяли. Лена, смотри, вот там, видишь, горочка? Да. Там, походу, он сидит, пошли быстрее. Точно, котик наш, побежали. Ой, какой же тут склон высокий. Ой, котик хороший. Так, Лена, теперь я его буду носить на руках, чтобы ты его опять не потеряла. Лерка, да не переживай, я его не потеряла. Просто когда мы сидели отдыхали, он, наверное, решил тоже посидеть и отдохнуть. Я его обещаю и тебе, и ребятам, что больше не потеряю. Все, пошли. А теперь пошли. Ну, думаю, здесь они точно появятся, так как машина их недалеко стоит. Мимо меня даже мышь не прошмыгнет. Лерка, давай. Ой, смотри, аккуратно. Лена, смотри, там, походу, сиреноголовый охраняет. Нам надо на другую сторону железной дороги. Нам надо разработать план, как же нам пробраться сквозь него. Лена, ты посмотри по сторонам, нигде не слышно этого паровозика Томаса. А с сиреноголовым нам одним будет легче справиться. Да, Лерка, ты права, но с сиреноголовым тоже надо подумать, как справиться. Что ж такого придумать-то? Лена, ты посмотри, за сиреноголовым твоя машина. Точно, Лерка, а я сразу ее и не заметила. Кстати, по-моему, у меня возникает гениальная идея. У меня в машине есть снотворное.
Причем конская доза. Я там для Толика припасла. Давно укольчики друг другу не делали. Так, Лена, это же обалденная идея. Чего ты раньше не сказала? Могли бы сразу же взять этот укол. Лерка, я же не подумала, что нас такие приключения и такая опасность с тобой ждет. Лена, ну раз я тебя впутала во всю эту передрягу, значит, я возьму всю ответственность на себя. Лерка, я не могу бездействовать, пока ты побежишь за снотворным. Я тоже тебе помогу. Я отвлеку этого сиреноголового, пока ты будешь доставать укол с этим снотворным. Да, Лена, когда я возьму укол, я прям вставлю его в самые булочки. Да, и мы вырубим этого сиреноголового. Ну что, готова? Да. Давай, Лерка, ты идешь в ту сторону, а я пойду прямо выманивать сиреноголового и отвлекать, чтобы он тебя не заметил. Вот этот сиреноголовый в два глаза смотрит и наблюдает за всеми. Так, судя по всему, Лерка уже готова. Пора на себя отвлечь внимание этого сиреноголового. Сиреноголовый! Так, не понял, а что это за человеческая особь меня зовет? О, кажись, заметил меня. А, я за деревом спрятана. Так меня не увидит. Что-то никого не видать. Показалось, походу. Самое время. Ленин план сработал. Ой, главное, что меня сиреноголовый не заметил. А вот и машина. Фух, походу у Лерки получилось. Она уже подбегает к машине. Давай, давай, давай. Так, так, надо быстрее. Лена говорила, что укол лежит в багажнике. А вот и аптечка. Так. А вот и укол. Давненько я никому уколов не делала. Ребят, но если вы соскучились по уколам, пишите в комментариях. А мне пора посадить на иглу булочки сиреноголового. Так, а вот и сиреноголовый. Как хорошо, что у Лены здесь стоит машина. Я за ней хоть спрятаться могу. А самое главное, что он стоит ко мне спиной. И я могу тихонечко подбежать и впендюрить этот укол в его булочки. Думаю, сейчас самое время. Прокрадываюсь тихонечко и делаю ему этот укол. Ну, Лерка, молодец! Отважная девочка! А сейчас самое главное, чтобы она подбежала и пробралась к этому сиреноголовому, пока он стоит спиной к ней, чтобы не заметил ее. О, это что такое? До последней капли! О, как же мне плохо! Вау! Ес! У Лерки все получилось! Мы практически свободны! Лена, давай быстрее! Я здесь! Бегу, Лерка! Давай, давай, Лена, быстрее, пока сиреноголовый спит! Мы быстрее домой доедем! Побежали! Погнали! Ребят, ну а с вас лайкосик и смотрите продолжение, как мы с Леной расправимся с паровозиком Томасом. Лена, побежали! Погнали!